Здравствуйте, уважаемые казахстанцы. А вы знали, что ваш любимый чиновник Имангалит Тасмагамбетов подарил Назарбаеву кулон стоимостью 380 тысяч евро? Вот такой. Он никогда и нигде не работал, кроме государственной службы. Все свои богатства он получил за счет масштабной коррупции. А вы знали, что Кенес Ратишев подарил на Новый год Назарбаеву комплект из персня и запонок стоимостью 640 тысяч евро? Вот такие. Все это по законодательству Казахстана взятки, за которые Назарбаев позволял им грабить нас, народ Казахстана. В редакцию 16.12 поступили переписки и документы многих очень известных вам чиновников и бизнесменов. Глядя на них, становится предельно ясно, кто и как давал миллионы взятки Назарбаеву. Давайте сейчас взглянем на один из образцов этих переписок. Сейчас вы видите электронное письмо швейцарского ювелира Кенесу Ракишеву, зятю Имангалита Тасмагамбетова, отправленное в декабре 2011 года. Письмо на английском, но мы вам его переведем. Дорогой Кенес, ниже подробная информация о покупках. Запонки – это два камня весом более 5 карат каждый. На самом деле, на сегодняшний день они стоят около 480 тысяч евро. Однако я сохранил цену 390 тысяч евро, чтобы не завышать цену для тебя. Это бриллианты специальной огранки Ашока, которые стоят дороже, нежели бриллианты обычной огранки. И обычно скидка на эти камни меньше, чем на другие бриллианты. Просто хотел тебе это объяснить. Я все равно сделаю скидку до 350 тысяч евро, но хочу, чтобы вы знали, что их настоящая цена 480 тысяч евро. Кольцо – это также бриллиант специальной огранки Ашока весом 6,11 карат, обрамленный дополнительными бриллиантами. Обычная цена 375 тысяч, цена со скидкой составляет 290 тысяч евро. Это очень красивое кольцо. Кулон для НН. Он имеет в виду Нурсултана Назарбаева. Как вы знаете, эта работа была сделана за 3 недели, хотя обычно занимает 3 месяца. Люди на производстве почти не спали, чтобы закончить его, но им удалось завершить в субботу в 7 утра, а я вылетел в 10. Там около 750 граммов золота, 30 каратов первоклассных сапфиров и около 12 каратов рубинов и бриллиантов. Обычно такая работа оценивается более чем 470 тысяч евро. Но для вас сделаем цену 380 тысяч евро. Итак, резюмируем. Для Имангали 350 тысяч плюс 290 тысяч – получается 640 тысяч евро или 857 тысяч долларов США. Для специального заказа Нурсултана Назарбаева 380 тысяч евро или 509 тысяч долларов США. Итого 1 миллион 366 тысяч долларов США. Кроме того, на случай, если кулон для Нурсултана Назарбаева нужно будет исправить, мы можем внести коррективы после церемонии на этой неделе. С уважением, Эдмунд. Вот теперь вы можете представить масштабы покупок и взятых этих преступников. Мы планируем снять расследование и подробно рассказать о чиновниках и взятках, на которые у нас есть доказательства, и какие роскошные подарки бандиты во власти делали своему главарю. Но мы нуждаемся в вашей помощи. Когда армия Путина вторглась в Украину, часть команды 16-12 эвакуировалась из Киева в Польшу. Спасая свои жизни, нам пришлось покинуть студию с техникой. Теперь нам нужна ваша помощь, чтобы продолжать разоблачать режим. Просим вас поддержать, и все реквизиты для перевода мы оставляем в описании к видео. Настало время, чтобы все скрытое стало явным, и весь мир узнал о коррупционных сделках Назарбаева и его ближайшего окружения. Просим поддержать нас и поделиться этим видео с вашими знакомыми и друзьями. Спасибо.
До скорой встречи на экране. Алга, Казахстан!